Приближается Новый год. Главной новогодней площадкой после Красной площади в этом году станет Лакреевский лес. На его реконструкцию из бюджета города было выделено более 1 000 000 рублей. Новый ледовый каток, уютные беседки с горячими вафлями и рождественскими напитками, крутые горки и сказочная иллюминация. Торжественное открытие обновленного парка состоится в это воскресенье. Праздничная программа начнется интерактивной игрой «Щелкунчик» для самых маленьких. 24 и 25 декабря гостей Лакреевского леса ждет представление с участием ростовых кукол. А 7 января аниматоры парка устроят сказочное представление на льду. На протяжении всех новогодних каникул будет работать ледовый каток и деревянная горка с прокатом тюбингов. Для семейного отдыха горожан предусмотрена зона барбекю.